Здравствуйте, дорогие друзья ВКонтакте и в Одноклассниках. Сегодня 6 октября 2017 года. Я поздравляю свою любимую маму Юлию Котову с днем рождения. С днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю, быть здоровой, что весь год, веселиться без забот. И еще поздравляет. Еще мама тебя поздравляет. Но моя любимая кошечка Чешуля. Чешулюшка, вот она. Чешулюшка, скажи привет подписчикам. Скажи привет, привет, скажи подписчикам Чешуля. Вот моя любимая кошечка Чешуля здесь. Она мурлыкает. Вот она, моя хорошая. Вот она здесь. Моя мурлыка любимая. Ну ладно. С днем рождения, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, мама. Happy birthday to you. Чешуля, вот это моя тебе любимая кошечка Чешулюшка. Чешулюшка, поздоровайся с подписчиками. Чешуля, поздоровайся с подписчиками, давай. Поздоровайся, посмотри в камеру, Чешуля. Поздоровайся с подписчиками. Молодец! Ха, она мяукнула. Молодец, беги, Чешулюшка. Все, вы видели, она поздоровалась. Ладно. Уважаемые подписчики. Так вот, я поздравлю свою маму Юлию Котову с днем рождения. Так, уважаемые подписчики, так, с днем рождения. Так, с днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю. Быть здоровой, что весь год, веселиться без завода. Так. Вот. Вот, уважаемые подписчики. Вот, уважаемые подписчики, вот такую я буду открытку дарить своей маме Юлии Котовой. Я сама своими руками открытки делаю, уважаемые подписчики. Так, ладно. Всем пока. С вами Тишка Ильина. Так, да, еще по традиции на губной гармошке сыграем в день рождения. Так, кажется, вот она, губная гармошка. Раз, два, три. И специально для своей мамы я расскажу стих. Есенина. Нивы сжаты, рощи голы, от воды туманы сырость. Колесом со синей горы, солнце тихое скатилось. Дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось. Что совсем немного, сдайте мы сюда осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане. Рыжий месяц с жеребенком запрягался в наши сани. Да. Всем пока, с вами Тишка Ильина.